Hola, amigos, и вечер добрый! С вами Квантум, с вами Схемов, с вами Кратос и с вами Дизари. И добро пожаловать! Это битва рандома в GTA 5 онлайн. Всем привет! Это типичная битва рандома. 38 машин сегодняшних нам выпадает, и решает рандом. Выбираем мы по 3 машины. Смотри, что получится, ну а мы начинаем! По итогам жеребьевки мы определили, что Схема выбирает машины первый, я второй, Антон третий и Дизари четвертый. В общем, Схема, обращайся к Сири, 38 машин у нас сегодня, белый внедорожник первая машина, так что давай. Привет, Сири, назови число от 1 до 38. 18-я машина. 19 машин у нас в ряду. Это означает, что предпоследняя машина. Схемов, ты можешь... Тебе могла бы выпасть 19-я машина? Нормально, вот этого, черная. Слышь, басукар. Ой, это граната! Ой, съеб... Бля! Он Антона выкинул за пределы! Я улетел! Заберите меня отсюда! Назови число от 1 до 38. Это 17-я машина, прям рядом все у тебя располагается. Да чтоб тебя, блин, прав лишили на неделю ушлёпа. Мою тачку не просри, потому что у меня нет такой. 17-я машина ему выпала? 17-я это вот это вот. Сири, назови число от 1 до 38. 38! Так, это у нас Бентли. Это Бентли, вот да, 38-я машина. Я выбираю машину, 38 машин у нас, и так, значит. Привет, Сири, назови число от 1 до 38. Ответ 23. 23, значит, 19 машин в ряду. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Это 19, 20, 21, 22, 23. Забирай. Спасибо. Спасибо, я только жаба. Хотел сказать, что хоть бы это не жаба была, хоть бы это не жаба. Жаба. И вот спасибо, мне выпала жаба. Назови число от 1 до 38. Ответ 16. 16, схема 16. Выпадала 18, значит, о, вот, он, значит. Вот эта вот, вот машина это, мне выпала. Тундра. Ты колесо мне ногой пробил. Как? Ты я чё, псих? Я колесо пробил. Ох ты ж мурло. Назови число от 1 до 38. Это один. Это один, блин. Один, а что там? У меня что сегодня? Он не оффроад. Это у нас джип бронированный. Сегодня, походу, у меня only оффроад. Хороший, блин, подбор машин почти что. Могло бы быть и лучше. Опять вниз. Опять вниз и шуршал. А что, Поршка Макан? У меня вообще сегодня такой выбор машин клёвый. Вообще ништяк, прям одни внедорожники. Ой-ой-ой, передачу заклинило, чёрт. Назови число от 1 до 38. Ответ 12. 12. 12, значит, у тебя, давай лучше... Блин, за мной менты. Тебе формула выпала, дядь. Ну, блин, она ещё и говняная. В смысле, ты везучая чача, она управляемая вообще абсолютно везде. На снегу, смотри. Но тебе что понос. Сказать? А, Сири, назови число от 1 до 38. Это 22. 22. 22, значит, 23 мне выпадает. Да почему, блин? Скинь, блин, 19, 20, 21, 22. Да можно мне вот это, чтобы мне тачка выпала? Назови число от 1 до 38. Это будет 26. 26. 23, 24, 25, 26. Да... Кому-то гоночная серия, кому-то внедорожная серия. Ну, тупо... А, так она мне жопа, посмотри на это, она. Да нормально, ты специально на бок заваливаешь, еще что-то жалуешься. Давай, и, забей. Сири, назови число от 1 до 38. Это 6. 6. Мне нравится, она, кстати, нормально боком так идет. Тачка да, Джеймса ну, Бонда у тебя. Типа, надо, нормально, нормально. Шла. Сири, назови рандомное число от 1 до 38. 28, 29. О, это мне нравится. Сири, назови рандомное число от 1 до 38. Оформляем. Ответ 37. 37, предпоследняя. Предпоследняя, 38. Ему что, бэха выпало? Охренеть, ему в X5 выпало. Вот ушлепки, такие же ушлепки. Ладно, ребят, машины выбраны, рандом. Выбрал, всё, что сегодня нам выпало. Вот это вот моё, вот там вот схема Кратоса и Дизари.
Ну что, мы готовы к прокачке жабы. Почему прокачиваем только жабу? Потому что остальные машины мы уже прокачивали неоднократно, и ты это видел. В общем, ставим бронь, максимальную бронь. Ставим тормоза. Я не знаю, куда возьмем эту машину. Либо на дерби, либо на спуск с Челяда. По-другому просто быть не может, но потому что... Она максимально легкая, потому что это болотоход. На дерби она вообще ничего, никого скинуть не сможет. И поэтому, я не знаю, сложность. Поставим бампер дополнительного цвета. Задний бампер четвертого. Какое же у нее ускорение слабое. И скорость такая же. Глушитель. Ага, вот они, глушаки. Смотри, смотри, сколько здесь много. И такие есть, и такие. Крылья с дополнительным освещением. Пускай будут, решетка радиатора. Ой, блин, тут лебедки. Нифига себе, что тут происходит. Давай буксировочные крюки только. Поставим фары, раскраска. Ой, чё и раскраска есть. Вот это прикольно. Вот это реально прикольно. Также крышу можно проапгрейдить. Багажники, снова багажники. Вечно дополнительные канистры с топливом не будем трогать. Боковая панель. А тут воздуховоды, трансмиссия. Ставим спортивную трансмиссию, даже не гоночную, турбонаддув. Турботюнинг устанавливаем. Колеса, шины, пулестойки. Ну, блин, шины тоже трогать не будем. Стекла, лимузин. Все, прокачка завершена. Готово, мы готовы к испытаниям. Я не знаю, куда ее брать. Наверное, все-таки на спуск, потому что на дерби 100% она проиграет. Но так и сделаем, возьмем ее на спуск. Она вот вроде с турбоки там повеселее поехала. Поэтому должно быть весело однозначно. Ой, я даже, видишь, трафик не могу протаранить. Поэтому о дерби речь идти не может. Ну что, мы готовы к испытаниям. Все взяли офигенные тачки. Я чужой среди своих. Все на гоночных тачках, я такой на джипе, на внедорожнике. Ловите обратный отчет. 3, 2, 1. Поехали. Задний привод, тащи! Нифига себе! Ой, да ладно, привод, я еще еду, ужас. Я еще не самый плохой! Схемов, а Схемов догоняет, понятно, пошла жара! Только не подрезайте! Пошла. Твою мать, уйди! Схемов, я прямо проеду лучше, ну нафиг вас! Схемов, зачем ты меня пихнул? Пацаны, я просто только стоял. Поехал прямо! Я тебе помогу, Схемов! Кратос куда поехал? Помоги мне выехать! Это гонки, Схемов, кому помочь? У меня это как вообще мог невозможно ехать. Это снег, да, ребят, это поеду, заносы. Слышь? Я тупо проехал Байдер. Прямо. Ну потом пару поворотов а было и все. Знаешь, я не знал маршрут. Да куда ты переезжаешь, сука, эмбелька ебаная. А мне догонять туда, кстати. Ехать. Просто кто снег насыпал в этой игре, а? Уберите снег, коммунальные службы не справляются. Мазафак, мазафак. Я застреваю везде и во всем! Не, кстати, а меня догоняет Кратос и кто-то... Ай, Дизарь еще догоняет, я понял. Ты уехал, трендец, как далеко, тебе нормально, у нас тут... Да нифига я не уехал. Меня раскладывает почти на каждом повороте. Нет, ладно, не раскладывает. Один поворот не входит в машину. ИВД включил, давай. Прям вообще Схемов не входит, прям страдание и боль. Вообще, я слишком гоночную тачку взял. Я еду чисто, врезаюсь буквально во все. На самом деле, если бы я Схемов бы не врезался, я бы проехал нормально, потому что еду вторым. Мне как бы... У меня руля не было, блин. А у тебя вот есть руль за 40 тысяч, Антон, а у нас нет такого руля, так что все. Я не играю на руле, вы как-то опять издеваетесь. Че ты рассказываешь, отмазывается? Да я в смысле не рулит машина, вообще не капелюшки. А какого руля у тебя не было, Схемов? Видишь, я Данила почти догнал, блин, засмотрелся на карту. Кстати, ты реально догоняешь меня? Я просто поворот вообще еле-еле прохожу. Суки, мне еще мешают все. Кто тебе мешает? Рафик Схемов, я тебе, Рафик мешать, я тебе смею, спешу доложить, что дальше нас ждет дерби, блин, и дерби будет тоже со снегом, и это будет еще хуже. Так, стоп, а где финиш? А вот он и финиш. И, пацаны, я приехал. Следующее испытание – это дерби. И мы к нему готовы. Выпал снег, на крыше снег, скользко, больно, всем сейчас будет, и 4 соперника, играем мы до 3 побед. 3, 2, 1, и начинаем. Погнали. Кто выживает последним, тот забирает один балл. Я улетел сам. Какая зараза! Дизари кинул минус скользкую сзади, мне врезался кто-то. Мурлы вообще. Как все не вовремя произошло. Ты засейвился из-за меня только, ты прикинь. Я не из-за тебя засейвился, я об трубу ударю. В первом раунде Кратос заработал себе один балл. А вот второй раунд, 3-2-1, поехали. Погнали. Так, приоритетная цель выставлена. Значит, это вот эта вот цель, которая с ретминами. Мурлан! Схемов выжил. За дизайнер вообще ездить нельзя.
Так, так, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн! Хорош схема! Скажи, что... Там скользко было! Сказать, что это Team Blaze, не сказать ничего. У дизайна есть мид, он ими пользоваться может. И да, как-то вот так вот. У меня есть балл. Следующий раунд, у Антона есть балл, у меня есть балл. 3, 2, 1, и мы начинаем. Нельзя, погнали. А ты не поехал за дизайн, да, первым делом? Пока, Антон. Мне жопа. Тема злая ты штука просто. Бляха-муха, пацаны, у меня фейл года произошел. Дизари на своей же мини, молодец, Дизари. У Кратца 2 очка, у меня 1 балл, и у пацанов по нулям. 3, 2, 1, и мы начинаем. Балла, собака, погнали. Нифига себе, схема в злой, схема в злой. Понятно. Дизари, вопрос, а не слишком ли много мин? По-моему, это спам минами. Я просто слетел. Это Габела. Он тупо всю крышу заспамил минами. Мне не нужны. Я сейчас заберу. А тебе пофигу? А вот теперь тебе пофигу. А теперь кататься. Ничья. А так он, в смысле, впервые упал. Чья-то. Значит, ничья была. По-прежнему, кажется, 2 очка. У меня 1 балл и пацанов по нулям. У меня 2 балла, мудак. 3, 2, 1, погнали. Поехали. Еман схемов, что творится, Антона? Вах! Минус один! Еман! Дизари! Он Дизари убил, Дизари минус, нет, Дизари ступал, это уже все. Это фатально. А вы передумали, вы правила поменяли? Да. Схема, что с тобой? Иди, Сникерса, ему дайте кто-нибудь. По-моему, он Сникерса переел. Реально, не что. Антон, пока нафиг! Еще один. Злая штука. Да, сраная ваша мина. У Схемова есть балл. У Схемова есть балл, он тут на 2 очка. У меня 1 балл, у Дизари 0. 3, 2, 1, поехали. Ну все, пока, Дизари. Ты же со мной умрешь, понимаешь? А? Антон, мы с тобой, походу, одинаковые. Они ГГ, Данил. А, они оба 2 ГГ, да? Да. А если я смогу выбраться отсюда? Ты не сможешь. Ну все, выбраться. Уже за пределы упал, значит, все это фиаско. Блин, долбаная ну-ка, мина. Дизари, стой. За пределы упал, ты все. Я подальше буду объезжать мины. А у меня машина не рулится, кстати, нифига. Это да у меня тоже. Экватора. Да, если бы экватор набрулилась хотя бы как минимум. Мы с тобой на одной скорости едем. Я просто еду и боюсь, понимаешь? Едь нафиг и бойся. Я по твоим следам еду, Антон. Ты меня догоняешь, падла. Чтобы мину не чехлянуть, я по твоим следам еду. Вот это ездил. Тупая мина, Дизари. Я так и знал, что это будет мина. У меня есть второй балл. Второе очко у тебя есть, понял? Да ладно, обиделся. У тебя тоже есть 2 очка. Ну что, 2 балла у меня, 2 балла у Антона, балл у Схемова, у Дизари. У Дизари сегодня нам шкодит. 3, 2, 1, и мы начинаем. Дизари, у нас опять война с тобой, Шкода. Да Схемов, бля! Дизари, друг, Дизари, друг. Пока, Дизари. А вот Схемов мне не друг, мне кажется. Схемов злая штука. А вот Схемов мне не друг. Дизари насрал, блин, сам сдох, и меня туда же. Так ты меня убить пытался. Игра продолжается. Просто. У всех по 2 победы. У Схемова 2 победы, у меня 2 победы и у Кратца 2 победы. У Дизари 0, он просто вредит всем. 3, 2, 1 и мы начинаем. Да, Кратос или Данила? Давай, Кратос, иди сюда. Кратос убегает просто. Данила, трогай. Ладно, живи. Поеду. Ну Дизари, мехмобиль. Сука, наспаунил. Ядрище, сейчас там у вас случится, там схема, пацаны, возле вас. Как он выжил? Вот же мыша просто. Да пошел ты нахер, козел. Да Схемов как батя. Че, Антон, бодаться будем с тобой? Блин, где? Давай. Где остальные-то? С тобой там и неплохо можно пободать. Там Схемов едет, ну уйди. Уйди по-братски, там Схемов едет. Ну ты петушкам почти. Вот не получай теперь. Я не понял. Где там Даня? Еман, так, я тебя... Ребята, с наборчик, отдайтесь, я в шоке. Мне жопа.
Ну, трындец, да? Схема выиграл! Схема выиграл, потому что такая тупая поражение. Такое тупое поражение сейчас было. Я бы выиграл, если бы он на тебя переключился. Он на меня тупо, он тебя бодал, именно меня переключился, сука. Так потому что я увернулся от него тогда. Ну что, это финальное испытание. Это подъем и спуск на Челяда из Челяда. Это просто будет мясо, всем будет больно. Формула, масл кар, джипы, внедорожник. Пригласил тебя на гонку обратно. Все. Готовы? Три, два, один. Поехали, страдать. Ура. А я еще, кстати... Антон вообще хорошо, не толкай, джип бронированный, БМВ. Ой, моя задача главное проехать, неважно. Куда ты залез-то на меня? Да не толкай только, пожалуйста. Да я не толкаю тебя, я еду. Да кусты, я не могу выехать из-за кустов. Помогаю. Дизарь, спасибо. Дизарь, если бы не ты, я бы сейчас был бы в яме. Да, спасибо, спасибо. Схема, кстати, тоже вроде там плохо, неплохо живет. Догоню. Вниз. Не растягиваться. Меня кусты вообще убивают. Туриста вообще посрать, футболки по горам снежным ходят. Войно, Антон, как говорится. Туристы, не сбивать! Цензурная. У меня все очень плохо! Все плохо! Схема, да не в меня же, объезжай по-братски, уезжай куда хочешь, я поеду сам здесь. Ай, колеса с дорогой, потеряно сцепление. Снег слепит, рынь. Блин, ня! Это кто полетел? Это Схема полетел там. Я-то туда же полетел, что делать-то? Полечу туда же, это все равно. Меня елочка остановила, я еще вернусь. Я вернусь и убью вас. Кто-то упал вообще, кто приехал, Кратос выиграл. Это жесть какая-то. Я упал, не, Димон, я упал. Я упал, меня занесло. Меня занесло. Да занесло, не серьезно, Димон, я упал. Не знаю, кто срезал, что получилось, но в любом случае это ничья. Потому что за дерби у Схемова есть балл, за первую гонку у меня есть балл. И за финал у Антона есть балл. Это вот такая дружеская ничья. А ты ничья. Да не, посмотри, что это сделал с моей машиной. У нас нет победителей, но зато есть проигравший. Смотри, какая у меня колбаса, блядь, теперь. Квантум, Кратос, Схема, значит, Дизари были с вами. Это GTA, это снег, это вот такая вот боль зимняя. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока.